В данное время я хотел бы обратиться к еще одному очень важному, основополагающему понятию в этике, играющему важную роль в том, что мы с вами будем делать. А сначала я хотел бы разобрать вопрос о том, что делает человека, совершающего какое-то действие, моральным. Для этого сначала я хотел бы специально заметить, что этот вопрос отличается от вопроса о том, что делает действие человека моральным. Мы здесь не спрашиваем о том, как мы определяем, хорошо ли данное действие, или оно морально плохо. Скорее мы спрашиваем, что делает человека, который делает это действие, морально хорошим или морально плохим. Так же, как и во многих других случаях в этике, как вы, возможно, подозреваете, и здесь было много различных мнений. И я хотел бы поделиться с вами двумя из них, которые были достаточно популярны в свои времена. Я хочу поделиться, что я не думаю, что эти другие ответы правильно отвечают на вопрос о том, как мы можем знать, что данный человек поступает в данной ситуации морально. Теперь, некоторые люди будут склонны сказать, что именно последствия вашего действия как раз и определяют данное действие как моральное или аморальное. То есть они считают, что последствия ваших действий определяют моральность. Если результат ваших действий окажется положительным, тогда сторонник этого подхода скажет: «Вы действовали морально, и вы заслуживаете морального одобрения». Если же результат не так хорош, тогда вам скажут: очевидно, вы не поступили морально в данном случае. Вначале, возможно, такой ответ покажется вам подходящим. Но я хотел бы сказать, что это неверный ответ. Позвольте мне проиллюстрировать, в чем проблема в таком типе ответа. Чтобы лучше разобраться в этом, давайте вообразим пару ситуаций. Предположим, что кто-то хочет ограбить местный банк. Он никогда этого раньше не делал, но трудные финансовые обстоятельства вынуждают его к этому. Ему нужно где-то достать денег, во что бы то ни стало, и вот он решается на ограбление банка. И когда приготовления были закончены, он отправляется в местное отделение банка, которая находится недалеко от того места, где он живет. Войдя в помещение банка, он направляется к кассиру и требует передать ему деньги. Но оказалось, что в зале в этот момент находились охранники. Они не были одеты в униформу. Они вели скрытое наблюдение, и грабитель подумал, что в зале их нет, и его никто не остановит. Предположительно, эта попытка ограбления банка не удалась. Или, если хотите, можете предположить, что она оказалась удачной для грабителя. Нам не важно, смог этот человек ограбить банк или был схвачен, не в этом смысл данной иллюстрации. Главное в том, что в результате этой попытки ограбления руководство банка задумалось и решило, что нужно обновить и усилить меры по охране и защите этого банка. И все потому, что хотя этот грабитель оказался всего лишь новичком в ограблении банка, но он показал, что банк гораздо уязвимее, чем думали. В результате всего этого они решили установить в банке несколько камер видеонаблюдения, чтобы постоянно отслеживать все, что происходит. Так что, если кто-нибудь явится ограбить банк, то его видеоизображение будет записано системой безопасности, и это сделает поимку грабителя и предъявление обвинения значительно проще. В дополнение к этим мерам, они решили, что в зале одновременно нужно держать не два охранника, а больше, и что все охранники должны быть одеты в специализированную форму. Вот в результате осуществления всех этих дополнительных мер безопасности ограбить этот банк
стало очень и очень трудно. И в конечном результате сохранность всех вкладов в этом банке значительно повысилась. А это, в свою очередь, привело к тому, что каждый вкладчик получил больше уверенности, что теперь его деньги лучше охраняются, чем до попытки ограбления банка. Так что в этом случае конечные последствия или результаты этой попытки ограбления оказались очень хороши для банка и для всех клиентов этого банка. Что теперь? Склонит ли это вас к тому, чтобы сказать, так как вся эта история так хорошо закончилась, значит и грабитель действовал морально в этой попытке ограбить банк? Я сомневаюсь, что кто-либо из нас намерен такое сказать. Если вы считаете, что трудно согласиться с утверждением о том, что этот грабитель действовал морально в этой ситуации, то вы поймете, почему неверна мысль о том, что положительный результат действия делает действующее лицо морально хорошим. Позвольте привести еще один пример. Представим себе жаркое лето, и вот много людей пошли на местный пляж купаться. И предположим, что в этот день, когда много людей пришли на пляж, ветер неожиданно подул сильнее, морской прилив усилился, и купаться стало более опасно. Предположим, что на этом пляже нет профессиональных спасателей. Так что, чтобы решиться пойти купаться, надо быть достаточно хорошим пловцом, потому что плавание в таких волнах довольно рискованно. И вот, когда время перевалило за полдень, кто-то из находящихся на пляже решается войти в воду и искупаться. Но он не осознает, насколько глубока стала вода на пляже. Борясь с волнами, он не заметил, как далеко его отнесло от берега, и вот уже его ноги не достают до дна. А тут еще сильной волной его ударило камень на дне, да так, что ссадина на боку не дает плыть, и силы уже на исходе, и вообще он не очень хороший пловец. И тут он понимает, что сам уже не сможет выбраться на берег. Случайно кто-то с берега обращает внимание на борящегося с волнами человека и понимает, что ему нужна помощь. Посмотрев окрест, он не видит никаких спасателей. Тут он осознает, что раз некому помочь утопающему, то ему самому придется это сделать. Он сам бросается в воду и плывет к тонущему человеку наперекор наплывающим волнам. Как оказалось, спасатель тоже был не очень хорошим пловцом, и он также недооценил силу бурлящих волн, их подводных потоков и глубину прилива в этот день. В конце концов, после немалой борьбы с океанской стихией, утонули оба, и тонувший, и тот, кто хотел его спасти. Теперь, станете ли вы утверждать, что человек, бросившийся в воду, чтобы спасти тонущего человека, действовал аморально, потому что, в конце концов, они оба утонули? Я сомневаюсь, что кто-либо из вас скажет, что так как оба они погибли, значит, человек, который пытался спасти тонущего, действовал аморально. Если мысль о том, что человек, бросившийся спасти погибающего, действовал аморально, кажется вам более чем странной и вообще неприемлемой, то вы еще раз согласитесь, почему последствия не являются правильным определителем того, морально ли поступил в данной ситуации тот или иной человек. Ну хорошо. Есть и второй подход к ответу на наш вопрос о том, что делает человека моральным. Я хотел бы поделиться этим с вами. Этот подход кажется более подходящим, чем предыдущий. Сторонник такого подхода говорит, что для того, чтобы поступать морально хорошо, надо просто-напросто всегда делать хорошие дела. Поначалу это звучит довольно хорошо. Мы все не склонны сказать, что вы можете делать морально плохие поступки,
а мы все равно скажем, что вы действовали морально в данном случае, это будет звучать довольно странно. Так что многие из нас скажут: «Слушай, если ты хочешь получить мое моральное одобрение, будь добр, хотя бы веди себя морально и достойно». Ну хорошо. Несмотря на то, насколько подходящим этот подход может показаться, все же есть проблема в таком подходе. И я уверен, когда я упомяну об этом, вы сразу распознаете, в чем проблема. Трудность в таком подходе в том, что здесь действующему лицу требуется всего лишь выяснить, каковы правила, и подстроить свое внешнее поведение к этим правилам. И если на самом деле такая игра получается, то надо будет согласиться, что такой человек действует морально. Он окажется великим моральным героем. В Писании упоминается группа людей, которые были широко известны именно таким подходом. Эта группа людей была способна проштудировать все Писание и составить длинный список того, что можно делать и что нельзя, как им казалось на основании Писания. И тогда, усвоив все эти правила, они могли подстраивать свое поведение под эти правила. Скажем ли мы, что эти люди, должно быть, были крайне моральны? Однако наш Господь кое-что сказал об этой группе людей. Возможно, вы уже догадались. Я здесь говорю о фарисеях. Эти люди выяснили, что именно буква закона требует от них. Они подстроили свою жизнь под эту букву. И так как они это сделали, они считали, что они абсолютно праведны и что все вокруг должны видеть это. И не только люди, но и Бог должен видеть это и должен быть очень и очень доволен их поведением. И Он должен вознаградить их за это и так признать их праведность. Что ж, Господь дал им совсем другую оценку. Он назвал фарисеев «гробы окрашенные». Снаружи у них все почищено, побелено, покрашено, украшено и смотрится просто прекрасно, но внутри на самом деле не красивый храм, а мертвец. Так что, я думаю, никто из нас не хочет быть фарисеем. И когда мы понимаем, что человек может делать морально хороший поступок или поступки из неверных побуждений, или даже, возможно, из очень аморальных побуждений, тогда, я думаю, мы подходим к пониманию, что простое совершение морально правильных поступков не делает самого человека моральным. Ну хорошо, сейчас мы обсудили, что не делает человека морально хорошим или морально плохим. А что же тогда делает его моральным? Я хотел бы предоставить вам три условия, и все три условия должны быть соблюдены в конкретной ситуации. Если только одно или два из этих условий соблюдены, то мы не признаем, что человек действовал морально. И вот первое и самое важное условие. Для того, чтобы кого-то признали морально хорошим, то, что он должен делать по своей свободной воле. Конечно же, есть люди, которые поступают правильно, потому что их принуждают к этому. Но так как их принуждают, мы не можем знать, наверное, хотят ли они так поступать или просто вынуждены вести себя хорошо, как, например, в тюрьме. Кстати, во многих случаях есть основания подозревать, что на самом деле они не хотят поступать правильно. В результате мы скажем, да, они поступили правильно в этом случае, но они не делали это по собственной свободной воле, их принуждали. Помните, на прошлой неделе мы довольно много времени потратили на обсуждение вопроса о соотношении свободы и моральной ответственности. И мы заметили, что различные подходы в этике довольно близко сходятся во мнении, что если вы совершаете что-то не по свободной воле, то вы не морально ответственны за это.
И такой подход применим как в случае, если вы делаете что-то хорошее, так и в случае, если вы делаете что-то плохое. Итак, прежде всего, чтобы вас или меня признали нравственным человеком, мы должны делать все, что бы мы ни делали, по собственной воле. Но есть еще и второй фактор, который нужно учитывать при определении нравственности исполнителя. И он имеет отношение к нашей мотивации. Наиболее детальное раскрытие этого факта мы сможем найти у великого немецкого философа Иммануила Канта. И если мы хотим быть совсем точными в этом, то это находится именно в его книге «Основы метафизики нравственности». Он достаточно подробно рассматривает, что можно считать правильной мотивацией. И Кант приводит некоторые факторы, которые могут стать мотивирующей силой в нас, однако это будет неправильная мотивация. Например, представим, что кто-то беспечно прогуливается возле бассейна и совсем не обращает внимания, куда он идет. Совершенно случайно он падает в воду. Он не умеет плавать, но даже в этом случае он начнет делать какие-то движения, чтобы спастись. И может это делать до тех пор, пока кто-то не придет на помощь. Спасение собственной жизни, конечно, можно считать хорошим нравственным поступком. И, естественно, этот человек предпринимает попытку остаться в живых по собственной воле. Никто его не принуждает, и никто ему не запрещает это, и, скорее всего, у него получится спастись. Что ж, можно ли сказать, что у человека была правильная мотивация? Кант говорит, вовсе не обязательно. Кант говорит, что это естественный, обусловленный рефлексом, самопроизвольный фактор. Когда мы попадаем в беду, мы пытаемся спасти свою шкуру. Это происходит на уровне инстинктов, а, следовательно, это происходит почти без каких-либо размышлений о наших намерениях и мотивах или других деталях. А в результате мы не можем с уверенностью сказать, что этот человек совершает действия с правильной мотивацией. Он не мог ее обдумать. Что ж, хорошо. Но что еще может быть правильной мотивацией? Есть, конечно, такие люди, которые поступают правильно, потому что боятся наказания, если они не сделают этого. Очень часто это можно наблюдать в поведении наших детей. Они знают наши требования. Они бы с удовольствием проигнорировали их, но они знают, что в случае их непослушания их ожидают проблемы, воспитательные меры. Только для того, чтобы избежать наказания, из-за страха быть наказанным, они поступают правильно. Можно ли считать, что они поступают нравственно? Кант считает, что ни в коем случае. Они не поступают правильно, они не совершают нравственно правильный поступок по какой-либо другой причине, кроме как личной выгоды. Когда вы делаете что-то, что вам выгодно сделать, вы не поступаете нравственно, как считает Кант. Вы поступаете благоразумно, вы поступаете мудро, вы определили для себя, как работает эта система, образно говоря, и как получить наилучшие для себя результаты. Возможно, вы даже занимаетесь манипуляцией, чтобы вам было как можно удобнее. Это нельзя назвать нравственным поведением. Такое поведение можно охарактеризовать как мудрое, благоразумное, если мы желаем избежать ущерба, опасности и боли. Хорошо. Какой еще может быть мотивация? Иногда некоторые люди поступают правильно не потому, что это происходит на уровне инстинктов, не потому, что они хотят избежать наказания, а потому что они знают, что определенные поступки, если они их будут совершать, будут способствовать тому, что друзья, члены их семьи или просто знакомые начнут думать о них. Надо же, этот человек оказывается такой нравственный и благородный.
Предположим, что исполнителю нравится, когда люди думают о нем так, и в результате этого он решает, что будет делать то, что будет вызывать восхищение в умах других людей. Может быть, на самом деле этот человек морально развращенный тип. Но он знает, что если люди увидят, как он совершает определенные действия, так что они начинают думать, что этот человек нравственно чистая личность, и они станут доверять его мнению больше, чем в других случаях, чем другим людям, возможно. Или, может быть, они по-разному его могут вознаграждать за его, так сказать, высоконравственность, на их взгляд, за то, что он такой моральный. Кант предлагает еще один вариант, когда нельзя назвать нравственным то, что сделано с неверной мотивацией. Что же это? Кант говорит, представьте себе предпринимателя, который продает различные товары. Предположим, что он торгует продовольственными товарами, он владелец магазина. И вот оказывается, что этот человек снижает цены на товары. И он снижает их настолько, чтобы они были ниже, чем в других продовольственных магазинах в городе. Кант в этом случае говорит, что нам нужно задать вопрос, почему этот человек поступает так? Поступает ли он так, потому что заботится о бедных и жалеет тех, кто не сможет купить что-то, если цена будет выше? У него может быть и такая мотивация. Но на самом деле оказывается, что мысли предпринимателя в это время были направлены в другое русло. Он рассуждает в уме, что если его цены будут ниже, чем цены во всех остальных магазинах города, тогда большая часть покупателей придут к нему, чтобы купить эти товары. Конечным результатом будет то, что у него будет больший товарооборот, чем когда-либо раньше, и получится, что выручка от продаж будет намного больше, чем если бы цены оставались по-прежнему высокими. Поэтому, снижая цены, он поступает так не потому, что заботится о бедных. Он поступает так, потому что убежден, что это лучший способ заработать как можно больше денег. Кант говорит, вот еще один пример. Этот человек не поступил нравственно, он поступил благоразумно. Он определил, что нужно сделать, чтобы работала система и произвела те результаты, которые ему необходимы. Хорошо. Итак, если перечисленные ранее примеры мотивации, о которых мы с вами говорили, нельзя считать правильными, что тогда может быть правильной мотивацией, которая укажет на нравственность человека, совершающего поступок? Кант отвечает на этот вопрос. Несмотря на то, что он не цитирует Писание, я думаю, что его слова не противоречат библейскому представлению об этой теме. Кант считает, что правильная мотивация для совершения правильного с точки зрения нравственности действия должна быть такой. Вы совершаете это, потому что это ваш долг. Ты совершаешь это исключительно из чувства долга. Предположим, что источником появления ваших нравственных правил является сам Бог. В таком случае вы поступаете правильно не только потому, что то, что вы делаете, правильно, но и потому, что вы любите исполнять свой долг и любите того, кто наделил вас этим долгом. И движимой любовью и уважением к Богу, Его нравственному закону, вы говорите «Я исполню это». В этот момент вас не беспокоит, получите ли вы вознаграждение, будут ли люди оказывать вам почет, все это вас абсолютно не заботит. Для вас важно исполнить свой долг, и вы движимы чувством долга. Теперь вспомните в качестве иллюстрации о том, что происходит в книге Иова. Разве не в этом заключается в определенной степени суть разговора, записанного в первой главе книги Иова?
Там описывается, как сатана появляется в присутствии Божьем и начинает клеветать на Иова. Сатана говорит, что единственная причина, из-за которой Иов повинуется Богу, заключается в том, что Бог непрерывно благословляет его. Если бы Бог перестал простирать над ним руку с благословениями, то Иов обязательно отвернулся бы от Бога, предполагает сатана. Другими словами, сатана говорит, что единственная мотивация, которая была у Иова, слушаться Бога, была в том, что за послушанием следовало вознаграждение. Но вернемся к тому, о чем мы говорили ранее. Мы можем сделать вывод, что, по крайней мере, Кант думал именно так. То есть, если вы поступаете правильно только потому, что это может быть выгодно для вас, то ваше поведение нельзя назвать нравственным. Вы просто знаете, как получить от системы благоприятные для вас результаты. Однако вы помните, что ответил сатане Бог. Бог сказал: «Не думаю, что ты прав. Я думаю, что Иов повинуется мне и служит мне не потому, что это приносит ему выгоду, а просто потому, что он любит меня, и ему нравится быть мне послушным». А для того, чтобы доказать, что у Иова именно такая мотивация, Бог говорит сатане: «Ты можешь навлечь на него страдания, а потом посмотрим, как он на это отреагирует. Если в ответ на испытание он отвернется от меня, возможно, действительно, единственная мотивация его была, он слушался потому, что хотел получить вознаграждение. Но если посреди страданий он будет, как и раньше, любить меня и слушаться меня, тогда это будет наглядным уроком для тебя, сатана, что существуют люди, которые исполняют свой долг, которые любят законы законодателя не потому, что за этим последует вознаграждение, а потому что это правильный выбор». Хорошо. Для того, чтобы человек вел себя нравственно во время совершения действия, он должен поступать так по собственной воле и с правильной мотивацией. А правильная мотивация в том, что вы делаете это только ради исполнения долга. Вы делаете это просто потому, что это правильно. А вот третий фактор, который имеет отношение к нравственному характеру исполнителя действия. Человек должен совершать нравственный поступок. Может быть, вы подумали в ходе своих размышлений: «Как же так? Я думал, что пару минут назад вы говорили, что наша нравственность определяется не тем, что мы знаем, какой нравственный поступок нужно совершить, а потом совершаем его. А теперь вы говорите, что человек должен совершить нравственный поступок». На первый взгляд, это может показаться противоречивым, но я хочу сказать вам, что это не так. Несколько минут назад я говорил о том, что совершение поступка, который считается нравственно правильным, само по себе не может, если рассматривать его отдельно от всего остального, служить определением нравственности характера исполнителя действия. А сейчас я говорю о том, что если исполнитель делает что-то не по принуждению, если у него правильная мотивация, ему еще необходимо совершить нравственный поступок. Например, предположим, что я пришел к заключению, что мой моральный долг заключается в убийстве какого-то конкретного человека. На самом деле это не может быть моим моральным долгом, но я-то думаю, что это мой моральный долг. В результате своих размышлений о том, что я обязан убить этого человека, я разрабатываю план и осуществляю его. Видите, никто не принуждает меня совершить убийство. Нет совершенно никакого давления извне. Я разрабатываю детали плана и осуществляю его без принуждения. Кроме того, в процессе осуществления плана я размышляю так: единственное, что побуждает меня сделать это мой долг. Я так люблю свой долг и тех, кто начальствует надо мной и определяет мой долг, их я тоже люблю. Значит, я иду на это с правильной мотивацией. Можем ли мы сказать ему: «Так как это был твой выбор, и у тебя была правильная мотивация, то тебя можно похвалить как героя, совершившего нравственный поступок»? Нет. Мы бы сказали: «Да, тебя никто не принуждал,
Да, у тебя была правильная мотивация, но тебя неправильно проинформировали, в чем заключается твой долг. Да, ты хотел совершить то, что считал моральным обязательством, но ты заблуждался в том, что убийство – это твой моральный долг. Поэтому, да, правильная мотивация необходима. Да, не должно быть никакого принуждения, но кроме этого ты должен совершать правильные и нравственные поступки.